Живешь ты в этом бренном мире, среди людей, в плену оков, а мой Господь стучит и ныне, простить Он каждого готов. Когда с молитвой раскаяния падешь ты пред лицом Творца, изменится твое сознание, начнешь служить Ему тогда. Служить не с гордостью житейской, а с доброй совестью своей, сплотившись с Церковью Вселенской, неся любовь для всех людей. Когда в молитве вопрошаешь прощение Духа своего, даров своих ты всех не знаешь, тех, что получишь от Него. Молитву первую, что с сердца, всегда услышит наш Господь. Служить греху ты перестанешь, возненавидишь свою плоть, и Бог возьмет тебя на руки, и сам тебя Он поведет. Не будет больше в сердце скуки, не будет горя и невзгод. Христа прославишь в песнопении, Ему отдашься в рабство ты, и льется с уст одно хваление, и на всех хватит доброты. О, люди, вы к Нему придите, отдавшись полностью Ему. Всю жизнь вы в мире с Ним живите, молитесь Богу своему. Он любит каждого безмерно. О, грешник, ты к Нему приди, и будешь с Богом безраздельно благую весть ты всем нести. Аминь.